Сегодня утром на территории Карагандинской области совершил посадку спускаемый аппарат корабля «Союз» с тремя космонавтами. Членов экипажа – россиянин, американцы и канадцы – казахская земля встретила гостеприимно. По традиции покорители космоса облачили в чапаны и вручили добро. Нам сказали, что экипаж… Экипаж музыкальный, да. Капсула опустилась в 146 километрах от Джисказгана. Экипаж МКС перенес посадку нормально. На орбите в космическом корабле «Союз» они провели 144 суток. Мягкое приземление спускаемого аппарата обеспечивали 3 самолета, 12 вертолетов и 6 поисково-эвакуационных машин Росавиации. К слову, экипаж прозвали самым музыкальным, поскольку помимо научной информации, астронавты привезли с собой первый в истории музыкальный видеоклип, снятый в космосе. Командир экспедиции Крис Хэтфилд исполнил на борту МКС знаменитый хит Дэвида Боуи «Космическая Одиссея». Что мы чувствовали, что мы делали там, что мы играли как музыка, это очень большая часть жизни. И я очень рад, что больше, чем 7 миллионов интересуется. Что-то интересное историческое быть в космосе. Наш первый шаг. Такой полет может быть бесконечно длительным, потому что коллектив был хороший, и работа была замечательная. Я думаю, что полет был достойный и результативный.